Сейчас мне на глаза попался совершенно уникальный 3D-арканоид. Вглубь здесь можно мячик бросать, смотрите. Это уже не это, а вот Дэймон, я таких тоже уже кучу накачал. Ну подумал. Видите, здесь вот, например, куда направляешь свою вот. Видите, смотрите на ракетку, видите, там как ковшик. Это мы сейчас на дне океана перенеслись. Вот тут не понимаю, иногда даже когда я делаю, там наконец-то дождался того, чего хотел. Вот карта, собственно. Там наконец-то мумии есть, и духи фараонов, ну то есть призраки фараонов из гробницы ходят. Там вообще страшно. Чего ходят из гробницы? Если по гробницу разрушить. Как он называется? Гроб фараонов из гробницы. В спальнице. На том, что он сейчас другая. Тут про Титаник курит. Эта игра, кстати, долго устанавливалась, долго почему-то. Тест был показан. Тест видео зачем-то и все такое. Ты сейчас сюда зашел. Мне радует, что может закинуть мячик, куда надо. Я вообще не знаю, что я хотел вам сказать. О, неужели? А так-то смотрите, то же самое. А может тоже это ловушка? Что-то у меня такое подозрение уже стало, судя по ракетке и по бонусам. Я точно не знаю, надо посмотреть. Да, то я напишу в ней под видео информацию от какой-то компании. Мне казалось, что это ловушка. Тертеймот, ну теперь что-то я сомневаюсь. О, офигенно, как будто я в аквариуме. Кстати, тут очень долго была загрузка, как это было. Знаете, что я хотел вам сказать? Да, знаете, кто про что? Я наткнулся на сайте, где 166, по-моему, арканоидов, половина из них в 3D. Представляете, вот у меня на таком. Я не буду обозревать это, но... Месяц эти арканоиды, если не больше. Если еще на 2D перейду, то и года не хватит. Нет, серьезно. Знаете, как долго? Все приготовили. Самому сначала могу установить, если я не покупать рабочую игру одну. Потом. Это еще полкило. Ну-ка попробуем попасть. Офигенно, что проектирую. Потом записать игру, потом обработать через Fantasia Studio, я обрабатываю. Так, вот теперь так. Ссылки-то потом на серию подряд на коллекцию. Серию. Очень-очень много времени. Честно.
бы 1-2 видео обработать. Я же не заливаю целую. Она одна только сейчас, сколько я записываю, займет уже всего из девяти. Ну так, гигабайт 30-40. 20 до выше. То полдня занималось. Я уменьшаю всего до мегабайт 200-300. Вот 200. Да, меньше. Если, например, 20-40 гигабайт, тире 20-40 гигабайт, будет 40 гигабайт, то через Camtasia. Через Camtasia Studio можно Camtasia Studio. Можно уменьшить дома. 200-1 гигабайт. Больше вам не бывает. Один уровень пройду, все. Я хочу видеть, обозреть его вот этой фирмы. Это не от Алавора, вот примерно там все вот такие вот. Необычно. Я нашел сайтик, где 166. Сейчас будем обозревать от этой компании. И вот Алавор, Entertainment, я уже очень много обозрел. Так, ну, под 30. Я половину обозрел, хорошо, половина мне не понравились. Один не запустил, к сожалению. Он там у меня 64-я разрядность, я ему под 32-ю. Как же он назывался-то? Исиаги, Исэйч, Айс, Ич. Ледниковый период как-то там на канале. Я это вспомню, сейчас подумаю, не буду шевелиться. Так, следующий. Ничего, сколько будет уронить. Сноубол или там ледниковый период. Какой-то тоже мяч. Все головоны начинаются с футбол. Или шар. А, Tropic Bomb, тропические, эти две части. Tropic Bomb, Ice Age. Такого периода у меня вот почему-то не запустилось, может. Там надо схему, где-то я прочитал. Memory Address. Я обычно, наша система не стараю ее поддерживать. У меня 64. Что-то вроде. Может, все полазить, но не особо разбираюсь. Всех. Пока только одна. Ладно, все. Что-то разнообразный уровень какие-то пошли. Поэтому я закругляюсь. Заканчиваю на этом обзор. Будем рассматривать египетские. Там офигенно, там страшно даже играть. Там именно в пирамидах бывает. Все продвигается вперед, вперед. Сейчас. Я там как раз дошел до мумии.